самый вокально-инструментальный под названием «Молодость». Ударный грим, соло и бас. И, конечно, ионика. Руководитель был учителем пения. Он умел играть на баяне. Hey! Еще была солистка Леночка. Та, что училась на Гармаше. Она была влюблена в ударника. Ударнику нравилась Поля, та, что играла на ионике. А Оля спился соло-гитарист. И иногда учитель пения. Об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Он даже хотел развестись, но что-то его держало. Может быть, трое детей, а может быть, и лет до школы. Он любил учителя пения, на переменах они занимались. Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.